Равняйсь! Смирно! Вольно. Это вообще-то я веселый, добрый внутри. Это только снаружи у меня лицо невыразительное, на кулак похожее. Позвольте представиться. Моя фамилия — подполковник Гусев в отставке. Помню, вышел в отставку, сижу дома день, два, снег идет, скучно. Но для веселья строевым шагом по квартире походил, устав караульной службы повторил, не помогает. Сел, написал рапорт, прошу трудоустроить. Вот назначили сюда, командовать этим концертным балаганом. Что у них тут для меня было? Разброд, шатание. Композитор, например, один, Майлка, творческими муками. Но я с ним быстро разобрался, сразу понял, со строевой подготовкой плохо. Но команду газа он быстро освоил. А в комплект химзащиты с третьего раза в норму влез. Я ему сказал, вот что, композитор, ты кончай писать эти минуэты. Пиши полезные мелодии, марши пиши. Будешь писать качественные произведения, покатай тебя на боевом бомбардировщике. И что вы думаете, потянулся парень? Зовина по строевой. Или вот чтец один, что он читал до меня. Лирические слюни. Пришлось ему репертуарчик подобрать. Кое-что сам сочинил. Как увижу динамит, у меня душа горит. Сейчас ищу рифму, к слову, противотанковая мина. Проблемы еще большие, особенно с этими девицами оголенными. Балет танцую. Я им сказал, вот вы с вашими голыми ногами можете мне четко доложить состав мотопехотной роты США. Или элементарно техническую характеристику БТР. Молчат. Голыми ногами скакать ума хватает. Пришлось им поставить матросский танец «Яблочко». Балет. И пойму, кто это смеется там в девятом ряду. Вот вы, я к вам обращаюсь. И лозите там, третесь. Имейте в виду, кресло после концерта я вас лично приму. Обшивку проверим на целость и на сухость. Развели, понимаешь, концерт, балет. Равняйсь. Смирно. Придумал рифму. Противотанковая мина. Противобронетанковая мина. А теперь вольно. Хлоп. Хай. Раз, два. Раз, два. Раз, два.